О! Лол. Быстро. Быстро. Да лол. Ты что, угораешь, что ли, игра? А что я с ним должен делать? У меня даже хп нету. Ты интересная, блядь, такая игра. Хоть хп, блядь, восстанови мне, алё. Капец какой-то, блядь. Да у меня все, блядь, поломано. От этого никакого. Попробуем так. Окей. Так, ну и что мне с тобой делать, чувачок? Просто в рукопашку тебя бить? Да как это, блядь, задоджить-то? Серьезно? Да ты заебал, блядь. Ты, блядь, перезарядишь свое оружие, ебаное, блядь. Чего же патроны кончились? Куда, блядь, все патроны ушли, блядь? 100 патронов было, блядь. Я чё, нахуй, всю обойму, что ли, блядь, не въебал? Или чё, блядь? Не, ну это прикол, блядь, какой-то. Ну как это, блядь, еще назвать? Есть что-то от электричества? У меня, блядь, нет ничего от электричества. Камон. Что мне делать с тобой? Да ну это чушь какая-то, блядь. Я не могу его победить. На него тупо не работает ни черта, блядь. Патроны. Да неужели? Это прикол? Полная хуйня. Ей-богу, блять. Что?
пулю, он все отбивает. Нахуй вы мне даете патроны, если пули на него не работают? Ну конечно, блядь, инвентарь не сохраняется. Да как он... Что я должен делать-то, блядь? Это от этого не вернуться. Да ну не увернуться от этого, блядь. Блядь, он просто обойму все сжирает. Ты, сука, понимаешь? Ты в него стреляешь, короче. А он всю обойму просто тебе, блядь, въебывает. Это что такое, блядь? Что это за чушь? Ну это бред полный. Ты заряжаешь обойму, он ее сожирает. И все. И в чем смысл? Нахер тебе патроны, если ты не можешь ими пользоваться? Серьезно? Привет, Фену. Что за ебота? Я не вкуриваю, что нужно делать. Вообще ни разу. Да нет у нас резинового костюма. Ни воды у нас тоже нет. У нас вообще ничего нет. Бред какой-то. Мне ХП начали устанавливать. Потрясающе. Вилкой драться. Хули нет. Взрывчатка. Это на него это не работает, охуенно. Кувабара, кувабара. Да какого хера-то, блядь? Каждый раз, как только я до него дотрагиваюсь, с него снимается статический заряд. И в этот момент я могу его бить. Проблема в том, что я не успеваю его ударить. Этот мудил разряжает мне всю обойму. И это тупость, блядь, полнейшая. Это фай, блядь. Грузи быстрее, сука. Достал.
Он просто ворует патроны. Да чё ты, блядь? Да ну это бред какой-то. Он, в принципе, несложный. Суть понять. Ну, сика, такая бредятина. Давай, бей. Да чего? Алло. Что тебе дать-то, блядь? Бредовый какой-то враг. Ну, я попал по нему. Да иди ты нахер, слышь? Лол. Все? Че? Не понял? Что? Я даже не понял, что я сделал. Я просто стрелял и все. Чего? Стреляй в него. Слышишь меня? Я стрелял, сказал, стреляй в него. О, сожалею, полковник. Боюсь, не могу этого сделать. Что это? Что значит не можешь? Я дал слово, босс. Молчать. Я твой командир. Воу. Вот это что-то прям крайне внезапно было, что он его предал. Ты что, усомнился в моем авторитете? Сражайтесь как мужчина, Волгин. Волгин? Объявление по трансляции. Тревога. Обнаружена взрывчатка. Всему персоналу, кроме саперов, срочно эвакуируются. Оцелот, найди бомбы. Повторяю, обнаружена взрывчатка. Всему персоналу срочно эвакуируются. Иди. А, он не предал, он не предал. Ну, он, короче, это... Ты заебал. Опять этот жест. Готов еще? Да? Нет. Я не готова. Не виноватая я. Он сам пришел. Ага. Игра 10 из 10 просто. И откуда? С самого начала?
Блять, ты серьезно, что ли? Ты серьезно? Нет, ты серьезно, блять. Ёбаное говно, блять. Я пошел смотреть, как это проходит. Я не хочу, блять, сидеть, голову морочиться. Мне уже что-то это надоело. Как его бить? Ну-ка. Это какая дурость. Да убить-то его понятно, что... Ну, блин. Серьезно? Чувака, базука откуда-то? Нет базуки. Хол, чё, бля? Чё он делает? О-о-о! Серьезно? Лол? Что? А такое было в сюжете? Я забыл. Что-то говорили про это, нет? Он не любит дым сигаретный. Лол? Ну, или не то, чтобы сигареты, у нас какие-то другие сигары были. Вот это. Сигарет газовый спрей. То есть, типа, если их экипировать... Блять, что? Все равно не работает. Да, все равно не работает. Я не совсем понял, как это работает. У него сила уходит от этого. Что-то я не совсем понимаю, как он это делает. Просто дышит на него. Ну то есть надо как-то ему полоску снять просто и все. А потом что? Дальше-то как? Реально, у меня ХП уже нету на этот момент. Ну можно, конечно, попробовать повторить то же самое. Что я сделал в прошлый раз? Заставить его подойти к стенке. И просто это... Просто как-то его захерачить, я не знаю. Mm-mm-mm-mm-mm.
Каждый раз нужно экипировать. Это такая чушь. Реально, каждый раз нужно залезать в меню. Что игра нихера не запоминает то, что я выбрал. Серьезно? Чего? О-о. Да ну я, блядь, вернулся, пошел нахуй. Блядь, как ты заебал, чел? Да пошел нахер. Ой, блядь, игра кусок говна, блядь. Я тебе говорю, тут, блядь, боссы здесь в этой игре, это пиздец полный. Они даже не клевые. Они просто какой-то имбицилизм, блядь. Я не знаю. Мне кажется, ни одного босса еще в игре не было клевого, прям. За одним, блядь, бегаешь нахуй 40 минут, блядь, по лесу, как еблан. За вторым ходишь, как еблан. С этим пытаешься драться, он тебе, блядь, не наносит урон никакой. Ой, блядь, какая классная все-таки игра Metal Gear Solid 3. Мне, блядь, нравится она. Вам нравится она? Такой же. Да, блядь, те. Да, конечно. Да, конечно, иди нахер. Блядь, дай перезарядиться, мудло, блядь. Да только хули ты... Да, какой ты, блядь, чуму, блядь. Я ебал эту игру. Все ее приколы. Ну серьезно, каждый раз в начале нужно срезать в инвентарь, ставить предметы. Это так здорово, так весело. Весело. Да как? Иди нахуй. Ты
Да иди ты нахер, слышь. Ну. Прикольно. Игра. Да хватит, блять, сука, паровозить, ты заебал. Ну. Правда, не будет больше. Скипнуть можно. Ну, примерно смысл понял. Ты, блядь, троллишь меня, игра, или чё, блядь? Ты заебала, блядь. Ты-то чушь какая-то, блядь. ХП нихуя нету. Восстановить ХП нихуя невозможно. Вообще здорово, блядь. Отсидеться тоже нельзя нигде. ХП не восстанавливают. Блядь, такой класс вообще. Прям 10 из 10. Да не хочу я, блядь, себе заживлять сидеть. Ну это пиздец полный. Ну нахуя? Каждый раз я что, тебя, себя буду залечивать, что ли? Че? Бред, блядь. Кипровано, ну че? Спокойно. Может быть. А может быть и нет. Чего? Пугагашенька. Да увернись ты, ёб твою медь!
Давай. Чего, блядь? Ну что за хитбокс-то, ё? Давай. Ну конечно, ага, блядь. Хорошая пушка. Нравится. Надо только успевать менять ее, чтобы он не разрядил ее полностью. Охерела, что ли, игра, блядь? Чё это за говно? Он просто, блядь, меня убил? Чего? Блядь, я опять заново. Ну, сука, ну что за бред? Да-да, у него есть такая так. Спасибо, капитан, очевидно. А то я, блядь, не вижу, что у него есть такая атака. Да, кстати, я забыл. Надо записать. Спасибо. Спасибо, спасибо. Да ну я же, блядь! Я успел убрать. Чего, блядь? Ну что началось-то опять? Ну ёб твою... Чё тебе дать? Да, блядь, кнопка не... Стреляй с вами, хуйня. Чего? Давай. Блять, не смей. Нахуй.
Есть в обоими патроны-то? Есть. Погнали. Да, конечно, блядь. Сейчас, серьезно? Да ну иди ты нахуй, ты заебёшь. Ну конечно, блять, нашел место, где встать. Говнарь. Да иди ты нахуй. Ну это ГГ. Разница. Читают, не читают. Мое дело сделать. Кому надо, тот прочитает. Ляг. Чел. Да, блядь, ляг, ну, сука, ну что за, блядь, имбицилизм-то в этой игре, блядь, происходит? 24 на 7, блядь. Сука, как ты заебал меня. Я не знаю, что хуже, блядь. Вот этот босс. Или... во второй части. С Metal Gear, блядь, драк. Это мой топ пока что худших боев в Metal Gear. Почему их три всего? Я реально не нашел больше. Ну, чел. Не-а. Да иди нахер. Ой, да послан, блядь. Ну. Да стреляй, ёпта мать. Стреляй, чел. Серьезно? Вставай. Чего?
Давай. Чё-то мошна какая-то. Чё-то мошна какая-то. Ну. Ты всё ещё жив, говнарь? Чё-то он это, побелел весь аж. Да какого хрена ты жив до сих пор? Давай ты сдохнешь. Целый час с тобой воевали, скотина. Никак не сдохнешь. Всему персоналу эвакуироваться. Повторяю, всему персоналу эвакуироваться. Быстрее. Сюда. Все, бегите. Все взорвется. Я убираюсь. Убираемся отсюда. Быстрее. Я умру. Мы все умрем. Что-то он задумал. Что-то он задумал. Телес. Что-то он там задумал. Запрыгивай. Step on it. Жми на газ. Че? Что-то мне кажется, что отсвод угнал шугарку. Так же, как он сделал во второй части. Или в первой, в какой там был вот это. Не сдавайся! Идите! Ева. Как тебе удалось? Босс отпустил меня. Босс? Почему? Я скажу тебе позже. Сейчас мы должны добраться до озера и сваливать. Мы не можем уйти. У меня не выполнено последнее задание. Босс уже у озера. А. Она на озере. Она ждет тебя. Ждет меня? Надеюсь, тебе не придется говорить это. Я не хочу, чтобы ты сражался с ним. Но я поняла, что вас двоих связывают. Особое отношение. Нечто недоступное мне. Что-то за грань отношений мужчины и женщины. Я завидую ей. Тебе, правда. Но думаю, я просто не могу понять. Она просила передать тебе кое-что. Никогда не видела никого с такими ясными глазами. Вот. Я все сказал. Готов идти? Да.
Как сказал Ник Фьюри, я с тебя глаз не спущу. Шагоход, шагоход, отправляется в полет. Ядрить 3 ФПСа. 3 ФПСа просто. Воу. Снейк. Еще не окончено все. Сбежать не получится. Ох, ядрить. Мы провалились. Нехорошо. Держись. Что происходит вообще? А? Так, секундочку. Секундочку. Подождите, сколько мы уже? Сколько уже? 5 минут сделаю ночь. Там все равно много текста будет скорее.